Всем привет! Меня зовут Ольга. Вы на канале Мастерская краски праздника. Добро пожаловать! И сегодня я для вас подготовила мастер-класс по изготовлению вот таких вот саней. Также я покажу вам те проблемы, с которыми я столкнулась при их изготовлении. И расскажу, как с ними справиться и создать в итоге вот такую вот красивую достаточно игрушку, такой вот транспорт для вашей интерьерной куклы. И если вы украшаете дом, допустим, к Новому году, либо украшаете дом по сезонам, то, конечно же, данный вид транспорта также вам пригодится. Буду рада, если вам мастер-класс окажется полезным. Если вы решите создать что-то похожее, то присылайте свои фотографии в группу ВКонтакте «Мастерская краски праздника». Буду рада посмотреть, что получилось у вас. Предлагаю вам получить удовольствие от творчества. Те материалы, которые нам понадобятся, я скажу в начале мастер-класса. И уже, если что-то будет нужно дополнительно, то скажу по ходу проведения мастер-класса. Начинаем! Для изготовления саней нам с вами понадобится, конечно же, это кукольные сани. Вы вольны делать их под размер своей игрушки. Я буду делать под размер своей. Буду делать вот по такой вот выкройке. Если кому-то нужна выкройка, пишите в комментариях, либо в группу ВКонтакте, либо мне в личку ВКонтакте, то есть не проблема, я вам, конечно же, ее перешлю. То есть это выкройка саней, это пивной картон, который нам с вами также для работы пригодится. Точнее, это будет основной материал, из которого мы будем делать сани. Линейка, ножницы, кусачки, краска, кисточка, вода, конечно же, ну, линейка любого вида, да, нам подойдет с вами. И также проволока, у меня вот такая вот проволока, и бусины. И я, конечно, в принципе, думаю, что я буду использовать вот такие вот бусины. Деревянные они с большим отверстием, чтобы у меня проволока прошла, ну, достаточно толстая проволока у меня. Сечение она, наверное, чуть больше миллиметра. И думаю, что два раза у меня прекрасно будет проходить через эти деревянные пуговицы. Итак, для начала мы с вами либо вырезаем выкройку, если вам подходит такой размер, либо мы по игрушке измеряем, какое должно быть сиденье у саней, какие должны быть части у саней, какого размера. Далее переносим выкройку, либо вырезаем с выкройки, переносим, либо свои размеры переносим уже на пивной картон и вырезаем из пивного картона частички нашего будущего изделия. Вот, части я уже вырезала и решила их сразу покрасить белой акриловой краской. Вот такие вот у меня части покрашены белой акриловой краской. Так, по выкройке, значит, вот эта вот деталь, которая у нас длинная, она должна у нас так вот сгибаться. Пивной картон сгибается нехорошо, поэтому я его обработала еще монтажным скотчем и покрасила уже вместе с монтажным скотчем. Две детальки такие вот длинные, это крепление. Четыре детальки сами полозья в таком. Это будет сиденье, это значит основа, и вот так вот будет 4 или может быть 3 палочки. Так, эти детали, они нам нужны будут для закрепления
саней между собой. И, собственно, давайте начинать. То есть нам нужно разогреть клеевой пистолет. Так, клей у меня разогрелся, и я начинаю сборку конструкции. Так, отхожу от полозьев по 2 сантиметра. Здесь будет начало крепления. И здесь я также отхожу, значит, от начала 2 сантиметра. Также сделаю и на второй части. Нужно, конечно, как можно чаще их измерять, чтобы все ровненько держалось. И сейчас крепим вот таким вот образом. То есть к началу прикрепляем часть и к этой части вот так вот. И сзади точно так же. Я работаю с термопистолетом. Так, вот таким вот образом. Посмотрите, чтобы у вас и сзади было все ровненько, и спереди также было все ровненько. Так, сиденье закрепили, а сейчас нужно будет усилить полозья. Я их буду усиливать изнутри. Нет, я их все-таки усилю снаружи. Усилим полозья. Снаружи вот приклею еще одну часть. Думаю, что так будет конструкция крепче. Ну, вообще, обратите внимание, что пивной картон, он, в принципе, и не так хорошо клеится термоклеем, и, собственно, он вот на местах сгиба, он все-таки вот так вот имеет особенность такую расходиться на местах сгиба. Вторую часть также проклею, так что если вы делаете не вместе со мной или просто смотрите, выбираете, каким образом создать сани для куклы или для игрушки, то я рассказываю здесь как раз-таки о моментах, которые вам могут быть полезны. Вот достаточно такая конструкция уже получилась крепенькая. Все здесь вот все равно нужно будет что-то еще, какую-то перепоночку сделать, потому что они неустойчиво стоят. И вот здесь вот они у меня как-то расходятся. Так, ну, в общем, смотрите, эта конструкция вся раскрошилась по итогу. То есть здесь я разрезала, получается, теперь вот эти вот части. У меня остались полозья отдельно и сидушка отдельно. Так, на сидушку тогда давайте сейчас сразу я приклею вот эти вот. Так, сидушка готова полностью. И теперь что мы делаем с полозьями? Я предлагаю сделать еще вот по такому вот, нарастить здесь кусочку. Сейчас посмотрим, что получится. То есть наращиваем кусочек с другой стороны, чтобы вот так вот это все красиво здесь было. Высота у них должна быть одинаковая. И также проделываем все с каждой стороны. Смотрим, ровно или нет примыкает. И нужно приклеивать.
прижимаем немного. Стараемся держать под прямым углом. Так, санки у нас немного сохнут. Можно здесь подмазать клеем еще для лучшего схватывания. Для того, чтобы санки были более устойчивы, можно подмазать клеем. Придумала я сделать еще вот такие вот как бы крылья саням. Вот такие вот детали сюда приспособить. Будут и более устойчивые. Мне кажется, очень здорово. Какие-то интересные получаются сразу. Такие мощные. Ух! И с этой стороны делаем то же самое. Такие у нас отличные санки получились. Что получилось? Получилась такая вот конструкция. Она достаточно крепкая. И сейчас мне нужно будет сделать проволоку и на проволоку насадить бусин. То есть, как я хочу сделать. Хочу протащить вот отсюда вот проволочку с этой стороны. Протаскиваем, делаем как сидушечку, поддержку для игрушки. Таким вот образом. И ее вводим внутрь. И закрепляем опять-таки таким вот образом. Так, что у нас получилось? С сидушечкой получилась следующая конструкция, вот такая вот. То есть проволоку, как вы понимаете, можно будет сгибать в разные стороны, делать так, как удобнее будет для игрушки. Так, ну и в связи с тем, что у меня сани белые, то я сделаю на проволоку. Буду чередовать светлые бусины и темные. Вот таким вот образом. Например, светлую бусину, темную. Протаскиваем через отверстие. Так, сначала закрепим с одной стороны. Проволоку приклеим на термоклей. Вот такая вот сидушка для санок готова. Можно будет уже сажать игрушку. И будет такая хорошая поддержка обеспечена этой игрушке. Осталось вот такой вот шпагат. Я хочу приспособить в качестве веревочек, сюда вот так же их приклеить. Очень длинные не нужно делать. Приклеиваю, ну, здесь вот делаю такой бантик небольшой. Ну, все-таки это декоративные же санки. На них уж точно никто не будет кататься. Вот делаю вот такой вот небольшой бантик. И с другой стороны также вот завязываю, делаю небольшой бантик.
таким вот образом планирую пришить, чтобы вот эти вот кончики, они вот так вот болтались с другой стороны. Собственно, капаем клеем. Это будет и для закрепления самого банта, и для того, чтобы приклеить к саням. Держим какое-то время. Схватывается клей, а с другой стороны то же самое. Прекрасно можно дать в ручке вот эту вот веревку, в ручке кукле, и все будет очень красиво смотреться. Теперь посмотрим, где у нас выходит клей и где нужно подкрасить. То есть, если это незначительно клей выходит, то его можно закрыть краской. Но у меня, в принципе, везде в допустимых таких пределах, я считаю, клей выходит. И подготавливаем к покраске. То есть, я беру краску акриловую Love to Art. Краска акриловая матовая, белый цвет. Начинаю красить те места, где у меня видны какие-то непрокрасы. Немного вот я выдавила краски, которая мне пригодится, и начинаю красить тонкой кисточкой в тех местах, где у меня есть какой-то непрокрас. То есть либо это какие-то новые части, деталечки, которые только что я приклеила. То есть не прокрасила заранее. Либо какие-то места, где скопилось много клея, например, тоже хорошо убрать прокрашиванием. И, конечно же, все по ширине пивной картон также прокрашивайте. Если вы делаете из пивного картона, также прокрашивайте, потому что это все очень заметно. Так, вот эти у меня были новые детали. Конечно же, нужно все прокрасить хорошенечко. Также санки — это все-таки зима, и я думаю, что будет хорошо смотреться, если бусины также чуть-чуть покрасить. Полностью саночки я прокрасила, и теперь мне остается немного нанести, так сказать, снега на сидушечку. Беру самую обычную губку для мытья посуды, отрезаю сколько мне нужно. Много не нужно, отрезаю вот такой вот небольшой кусочек. Так, вот здесь вот у меня еще. И прокрашиваю краской. Так вот набираю краску. Так вот. И прокрашиваю краской. Как бы делаю снежными бусины. Можно, конечно, взять обычные белые бусины, но мне кажется, это как-то более простит работу, нежели вот немножечко, так скажем, припорошить бусины
И они будут такие, ну, немного шершавенькие от того, что наносится губкой. Можно поролон использовать обычный, но я считаю, что в настоящее время, наверное, доступнее все-таки пользоваться губкой. Вот так вот их припорошить. Такие вот они получаются очень интересные, красивые. Вот именно их вот так вот пришлепывать. То есть не красить полностью, а пришлепывать. И тогда вот достигается такой эффект. Если вы будете их красить, то, конечно, такого эффекта не будет. Таким же способом можно и санки сами красить, полозья. Так, вот так вот у меня получилось. Я их оставляю высыхать. И немножко также припорошу вот здесь вот сверху саму веревочку. То она как будто бы тоже вся в снегу. И сейчас это все у меня немножко подсохнет. Краска эта сохнет очень быстро, буквально минут 10-15, и вы уже можете свою работу, я не знаю, там фотографировать или дарить. То есть очень быстро сохнет краска, собственно, чем она зарекомендовала себя. Так, и еще сверху, у меня вот здесь немножечко краски осталось, еще сверху я хочу вот эту вот сидушку также пройтись, что она такая вся заснеженная. Вот такой вот эффект, сейчас я вам попытаюсь поймать. Вот, вот такой вот эффект, очень красиво. А если кому-то из вас интересно, что у меня получилось в итоге, то, наверное, выложу я все-таки фотографию в Инстаграм. Можете пройти, посмотреть фотографии за январь 2019 года. Ну и сейчас все это подсохнет. Можно будет сажать игрушку. И вот такой вот, такие вот сани у нас с вами получились. Методом проб и ошибок все-таки желаемого результата, я считаю, что достигли. Вот такие сани получились. Очень красиво, достойно, функционально. Я надеюсь, что вы также получили ряд полезной информации, просматривая этот мастер-класс. И без проблем сможете уже изготовить похожие для игрушки. Либо это кукла, либо это какая-то другая интерьерная игрушка. Посадить на такие заснеженные сани. И очень красиво это все будет смотреться у вас в интерьере. Либо как интерьерная игрушка к Новому году, например. Я считаю, что это тоже будет очень классно смотреться. Хочу сказать, что из пивного картона получаются достаточно такие весомые сани, они хорошо устойчивы, хорошо стоят. Если их еще здесь сход-развал сделать получше, то они будут вообще превосходно стоять. Но это опять-таки смотрите, когда будете уже клеить полозья к самому сиденью. Так, и, собственно, надеюсь, что для вас данный мастер-класс был полезным, понятным. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно спрашивайте в комментариях. Если вы хотите внести какое-то свое предложение по усовершенствованию данной модели саней, то, конечно же, я буду рада к нашему с вами диалогу. Ну и давайте дадим название первым саням. Если вы досмотрели это видео до конца, то предлагайте свои варианты. Еще раз покажу со всех сторон. Вот здесь вот такая вот веревочка. Можно дать в руки игрушки.
такие вот сани и сидушка. Если игрушка хорошо сидит самостоятельно, то, конечно же, вот эту вот часть можно не делать и оставить просто вот такие вот сани. Но опять-таки ее можно убрать в любой момент, когда вам только это вздумается. Спасибо за внимание, за просмотры. Творите удовольствие, добра и бантиков!